Мне иди огонь, потащишь его со мной. Да. А потом не будешь говорить, что ты себе что-то надорвала, растянула, даже если что-то Мы же его не потянешь. кусками, не целый вам будем анимать, а кусками, правильно? Правильно? Надо еще раз объяву, наверное, на Авито написать или нет. Я просто день подержал, как бы, этот диван. Потом я ж на работу ушел, а нахуй мне на работе его так. Ну, я поэтому его убрал. Объявление это. Ну, поставь хотя бы не бесплатно, а там за 300 рублей. Потому что если он стоит бесплатно, значит, либо на нем кто-то сдох. Ну, вынесем, выкинем, так, похеру. Посмотрим поближе. Посмотрим, что тут у нас. Может быть, здесь? Какие, блядь, вообще глупости могут быть?